АБЛ Дивизион Рофл. Монструс у нас решается против Сан-Франциско. А и у нас будет матч довольно-таки интересный, я думаю. Но тут уже первую строчку, по-моему, точно снимает, если я не ошибаюсь. Забивает Шишкин. Забивает первый. Борис. Отлично. Передача уже на Костенко. Ну и пас, который в разнице прибавить. Каханович, наконец-то, у нас в матче появился. В прошлом туре его не было. Ну там Сан-Франциско проиграли. Тоже не забивает, но там благо. Шайковский, хорошая команда, я ничего не говорю против них, но сам факт, состав там хороший подъехал, и это говорит о том, что меня даже заинтересовал Лоулимит. Сейчас посмотрим, кого там не было. Тоже был, но я не знаю, кого еще можно добавить в этот список отсутствующих. Как разыграли красиво все-таки Сан-Франциско сейчас. Чугунков мажет. Там на подборе Шишкин в итоге доигрывает. И еще два очка кладет Шишкин. Пять на 16. Коробейников с трешки. Ух ты, Артем. Еще очки кладет. У него уже 5 очков. 2. Дальше Ханович. Тюлькин сам открылся, ну здорово. Очень много дыр, конечно, в защите. Тюлькин проходит. Тюлькин! Ханович с трешки туда. Забивает. Ханович, что за скидка на Шишкина, ну! Бак Шишкин со второй попытки уже добивает и разницу. Ханович, ну лук еще отдает, ну. Читает Ханович. Тут подхватил, Лаврухин поборолся дальше. Ух ты, как разворачивается Королев уже. И забивает Королев 2. Войлов со средней забивает. В ответочку. Там по шее прилетел, да, Королеву. Неприятный момент. Неприятный. Поменял его. Лаврухин. Нашел Тюлькина и скрывает уже зону. Тюлькин, ё-моё. Шишкин Войлов. Забивает с периметра Войлов Олег. 8 очков. Замена. Моментом потери возникает. По два команды, кстати, у Сан-Франциско и у Монстерс и Королев. Возвращается после них назад. Плюс 24. Рыков с трешки. Замена. Внимались дальше в угол на Чугункова. Здесь уже Королев получает. Ой, здорово, Чугунков. Как открылся под мяч. Лыткин не так уж и много бросков делает. Все-таки такие два основных игрока. Но было больше. Было больше бросков. Но тут Каханович с трешки. Лыткин сверху.
проигрывает матч у нас. Игроки Рейнджерс, и поэтому Сан-Франциско выглядит. Что-то забил там жесткое, да? Два подбора. Здорово. Загрузили Шишкина под кольцом. Называет Шишкин. Называет Шишкин. Забивает Бойлов. Такая, мне кажется, проблемка, потому что не попадает, потому что траектория немного низковатая, да? Вот Бойлов трешки забивает. Тюлькин. С периметра Тюлькин. Четыре разницы. Ну что, друзья, Панович, какую скидку отдал. Дальше Шишкин. Ой, доходит, да, все-таки передача это до Королева. Прям там Шишкин-то не вылавливал эту скидку. Тюлькин. Нашел. Ой, как разыграли. Две передачки просто буквально хватило. Сан-Франциско. Бойлов. Дальний пробует Рыков. Рыков забивает. Ну, потому что первые половины просто проваливались. Просто проваливались в защите. Ну вот. Хотя бы начали. Переднюю душу. Вот, мне кажется, просто из-за траектории. Становишь как на тренировочке просто. Просто как на тренировочке. Петанович наперед там на Купченко отдавал. Дальше здорово Шишкин входит. Бойлов. Хорошая трешка от Бойлова. Еще наперед тут Кахановича доходит, все-таки скидка до Куксенко. Дальше Тюлькин. Каханович. Еще трех. Там на Рыкова. Дальше опять Олег мяч получает. Бойлов. Два Рыков. И Чугунков. С периметра. Попал. Бойлов 16 очков. Один из четырех. Со средней. Бойлов. Улыбки. Здорово. Коробейникова не доходит. Так, передачка. Ну и тут уже Шишкин в атаке. Забивает его. Забивает его спокойненько. Друзья, он закручивает дальше. Нашел скидку на Олдова. Улыбкин. Рыков. Два четвёрки. Бойлов в атаке. Дальше нашел Лыткина. Лыткин с трешки. Ну, наконец-то забивает Лыткин у нас. Игорь. Ой, здорово. Ух ты, ё-моё. Вай-вай. Как Каханович там просто... Передача на Отмойлова, на Алексеева. Ух ты. Каханович. Трухин. Тренер? Ну, так где надо смотреть? Перехватывает мяч Каханович. Игорь. Отличная скидка на Куксенко. Здорово играли. Ну. Бойлов. Дальше. Здорово. Сказал Рыков. Не забил его. Очень красивый показик, выпуск которого. Бойлов с периметра, туда ее. Забивает Олег.
Королеву и дальше трешка от Тюлькина. Это перестрелка у нас. Дальше Бойло. Ну тут рынков. Наконец-то у нас Никита. Еще очки. 6 очков у него сегодня, 3 подбора. Бойлов опять атаку тут уже начинает. Нашел скидочку там на Алексеева. Кирилл разворачивается там. Алексей, что легко получается. Тут Туханович наперед отдает уже Шишкину. Шишкин. Выков, Коробейников со степбэка трешкой забивает Артем. Бойлов. Алексеев разгоняет как атаку дальше. Ну еще и скидку нашел Алексеев. Шикарную передачку на Бойлов вырезал.